Приветствую, шаурмята. Перед началом ролика Папи Тейла хочу оповестить вас о важной информации. Как мы все знаем, комикс Папи Тейл был закрыт, и в официальной группе «Творческая свалка» есть информация об этом. Но автор выложил продолжение в виде сюжета. Продолжение комикса от автора так и не пришло. Но мы собрались всей командой Шаурмой Студиос и дорисовали для вас этот комикс. Рисовка в этом комиксе отличается. В общем, мы делали продолжение около 4 месяцев. Поэтому прошу оценить нашу работу по достоинству. Приятного просмотра. Эррор! Что ты делаешь? Вспомни, что он делал. Он хотел нас убить несколько раз. Вспомни, сколько раз он играл сцену перемирия. И ты его защищаешь? Я не могу допустить смерти своего заклятого врага. Я не позволю стольким попыткам исправить Эррора пропасть зря. Я продолжаю верить в то, что даже такой отъявленный негодяй может быть хорошим. Довольно! Чуть не попал. Видно, ты за Эррора. Даже после того, как я тебе показал воспоминания. А, ладно, я не хотела этого. Мне придется тебя убить. Эррор, попытайся выбраться. А я что делаю? Ха, я готов поспорить. Ты не победишь меня без своей кисти. Легко. Я ж сказал. Это мы еще посмотрим. Наконец-то! Что он задумал? Эррор! 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 Вот это уже зря! Почему? Почему ты веришь в него? По-моему, ты знаешь почему. Я не оставлю своих попыток убить Эррора, и ничто не сможет удержать меня. Между нами намного больше общего, чем ты надеялся. Эррор? Ты в порядке?